Сумма ущерба – 1 000 000 000 рублей. Число пострадавших – 500 человек. Известный сургутский предприниматель Андрей Капайгара как минимум ближайшие 2 месяца проведет в изоляторе. Ему предъявлено обвинение по нескольким эпизодам противоправной деятельности. Бизнесмена подозревают в мошенничестве, уклонении от выплаты задолженности и преднамеренном банкротстве завода «ЛКАП». В числе потерпевших, помимо организаций, дольщики, нескольких сотен покупателей недвижимости в ЖК «Любимом» уже несколько лет ждут обещанных квартир. Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы.